Всем привет! Вы на канале Valdis Life. Наверное, каждый хотел быть похожим на такого актера, как Жан-Клод Ван Дамм, уметь делать все его трюки, вот эти все шпагаты. А самый главный трюк, если я не ошибаюсь, был фильм «Кровавый спорт», где он разбивал одним ударом кирпичи, точнее, самый нижний кирпич, не убирая при этом верхний. Что я имею в виду? Этот трюк мы, конечно же, сегодня повторить не сможем. Но есть трюк не намного хуже этого. Его-то мы сегодня и будем делать. И для этого трюка нам понадобится стеклянная бутылка. В данном случае это вот такая бутылка из-под какого-то алкаша. Вован! Вован! Вот, ее-то мы и используем. Вот, обычная бутылка. Не колотая, не каленая, не бутафорская. Обычная бутылка, я не знаю, почему ударить. Вот, она не разобьется. Обычная бутылка. И для начала нам нужно наполнить водой нашу бутылку. Вот, позже поймете зачем. Наполнили бутылку, значит, здесь у меня обычная вода. Еще раз, бутылка, она не бутафорская, она... вполне себе настоящее, и как я уже сказал, из-под какого-то алкаша кто-то пил пивко, оставил бутылку, я, конечно, подобрал. Что мы делаем? Хватаем бутылку за горлышко и сверху ладошкой вот так под, в открытое горлышко бьем. Пробки нету, вы уже видели. Сейчас покажу поближе. Вот. Вот так вот берете вот и вот сюда вот. Слышите звук вот? Твою мать. Отлетело горлышко. Отлетело дно. Ну вот, ребята, вот такой трюк у нас получился. Эффектный, красивый, легок в исполнении. То есть вот что получилось. Вот такие вот мы специалисты своего дела. Можете попробовать прямо после просмотра видео. Вода наливается примерно вот горлышко, да? Чуть меньше половины. Вот так вот. И бьется ладошкой, голой ладошкой вот сюда. Создается, я не знаю, правильно ли я назову, такой некий гидроудар, что ли. Вот, который, собственно, и... помогает нам разбить эту бутылку. С вами был Валдис, и вы были на канале Валдис Лайф. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Я уже много-много-много раз говорил об этом. Также у меня есть Инстаграм, ВКонтакте я зарегистрирован. То есть заходите, подписывайтесь. Все ссылочки есть в описании. Вот, так что не пропускайте новые видосы. Ставьте колокольчик обязательно. Всем пока. You can be my drug.